Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Коля Воробьев, я журналист, временно проживаю недалеко от Вашингтона, DC, в штате Мэриленд. Точнее, работаю в Вашингтоне, а живу здесь. И в этом видео хотел бы поделиться с вами то, как живут простые американцы, их необычный быт, и приоткрыть немножко занавес для тех, кто, возможно, не был в Соединенных Штатах Америки, но тот, кто планирует побывать. Я нахожусь в штате Мэриленд, как я уже говорил. Это среднестатистический такой штат, там, где люди живут средним уровнем достатка. И вот как живет западное развитое демократическое общество. Итак, вот это обычные улицы. Здесь живут люди, и по домам тяжело определить, какого уровня достатка их обитатели. То есть здесь может жить и топ-менеджмент какой-то IT-компании, либо какой-то лоббист, либо простой рабочий. Как вы видите, домики обычные. Вот буквально дом, в котором я остановился. Я называю его в шутку белым домом. Вот чистенько все, аккуратно. И, как мы видим, тут нету каких-то заборов, здесь нету парканов, как в Конча-Заспе, либо чего-либо подобного. Вообще такого в Америке не практикуется. Максимальная аскетичность, простота и ничего такого сверх особенного. Моя собачка. Нопа, let's go. Нопа. На секундочку хочу сказать, что вот этот дом, например, вот стоимость вот этих домов стартует от 200-250 тысяч долларов США. Многие американцы берут кредиты на 30, на 40 лет. Это вообще не проблема для американцев, потому что кредитные ставки у них небольшие. И буквально молодая пара семейная, взять себе дом в кредит и выплачивать его на протяжении там, 30 лет, это вообще не проблема. То есть обычная семейная пара, которая входит на работу, муж и жена зарабатывают, средний их доход составляет приблизительно 60 тысяч долларов в год. То есть средний класс, это считается те, у кого доход от 50-60 тысяч долларов США в год. Вот, обычные домики, мы видим тут скромно, со вкусом, фонарь такой. У тех, у кого ниже доход, их называют white trash, да, то есть, прямо говоря, белый мусор. Люди, у которых 25 и меньше тысяч долларов доход в год. Вот, ну, в основном люди, у которых есть образование, люди, которые хотя бы чуть-чуть к чему-то стремятся, чуть-чуть чего-то хотят, у них спокойно есть доход в их там 50-60 тысяч долларов США, чего довольно вполне хватает купить машину, купить дом, я не знаю, либо взять какой-то кредит, ну, естественно, отдых и тому подобное. То есть, скажем так, это страна развитого социализма, вот так вот. То есть, ну, не в плане, ясно, что это капитализм, но социализм в плане удобства для того, чтобы жить. Каждый штат платит налоги в свою личную казну. Вот видите, интересная машинка такая. Газончики, все подстрижено, все красиво. Каждый штат платит свой бюджет, то есть приблизительно 60% идет местный бюджет, в данном случае штат Мэриленда. И таким образом они получают буквально бесплатно, в частности образование, то есть в государственных университетах этого штата образование очень дешевое для них. Потом, я не знаю, всякий досуг, тренажерный зал и тому подобное. Сейчас вызывают многие дебаты, вот такой тоже домик красивый. Многие дебаты вызывают медицинская страховка. Опять же, это вопрос решаемый, то есть каждый сам выбирает, нужна ли она ему, либо не нужна. Вот, такая красота. И, в общем, люди не парятся, что вам сказать. То есть люди более озабочены, наверное, вопросами там глобального потепления, я не знаю, там развития каких-то внеземных цивилизаций и тому подобное. Хотя, ну, с другой стороны, люди, знаете, везде одинаковые, да, у всех одинаковые в чем-то схожие проблемы, в чем-то схожие заботы и тому подобное. Но в материальном плане, что касается Америки, вот обычная семья, в материальном плане, что касается Америки, люди не думают о деньгах, люди не думают о том, как им выжить, люди просто наслаждаются жизнью, как мы видим здесь.
путешествуют и, ну, естественно, ходят на работу, конечно, платят налоги, но система очень гуманная, налоговая, и вот буквально возьмите, обратите внимание, вот эти машины. Я вам скажу, что в Америке машины это как, вот тоже красивый домик. В Америке машины это как, ну, я не скажу, наверное, как обувь в Украине, да, то есть есть на сезон, часто меняют и тому подобное. Каждый американец, официант, который, ну, официант в этом штате получает $2500 США, на секундочку, украинский журналист получает $700 в лучшем случае, может себе позволить купить машину, это вообще не проблема, то есть это не роскошь, а, естественно, средство для передвижения. Поэтому вот нас пугают Америкой, нас пугают тем, что вот это империя, вот это, я не знаю, это еще со времен Советского Союза остались какие-то бредовые мифы. Ну вот, и в том числе наши чиновники, в том числе в Украине, в России, они с удовольствием переезжают сюда, покупают себе недвижимость буквально в 2 часах лету отсюда на Майами, отдают своих детей учиться в Гарвард и особо не переживают по поводу того, что ихняя страна просто рушится и тому подобное. Можно сколько угодно критиковать демократию, можно сколько угодно критиковать империализм и тому подобное. Я не знаю, там каких-то американских с дядюшкой Сэмов и тому подобное, но эта страна знает, как заботиться о своих людях. Эта страна знает, что такое правовая, правосудие, что такое социальная защита и что такое права рабочих. Я скажу так, что я путешествовал во многих странах, но, наверное, даже в Германии жил некоторое время, но, наверное, такого развитого капитализма, да, такой гуманной системы, вот еще здесь посмотрим, такой гуманной системы я еще не видел ни в одной стране. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу того, что по поводу жизни, возможно, политических каких-то особенностей, я с радостью поделюсь с вами в Фейсбуке. Если у вас есть возможность, я честно скажу, я не политик, если у вас есть возможность, переезжайте жить в США. Используйте любую возможность, особенно это касается наших девушек, потому что в Украине, с этим, кстати, в США проблемы с девушками, да, в Украине у вас мало шансов, в Америке они есть. Я не буду говорить о себе по поводу своего будущего, по поводу своих перспектив. Я не говорю, что я собираюсь переезжать жить в США. У меня немножко другая миссия в этой жизни. Но я обращаюсь к всем девушкам. Девушки, вы молодые, красивые, очаровательные, амбициозные. Любую возможность, если у вас есть возможность переехать жить в Америку, замужество, работа, стажировка, что угодно, пожалуйста, не теряйте это. Поверьте, вы когда-нибудь вспомните с благодарностью мой совет. Вот еще напоследок такой домик. Красиво, скромно, со вкусом. Вот люди, прохожие обычные, общественный транспорт. $250 000, друзья, да. Конечно, в квартире за эти деньги можно купить крутую квартиру в Киеве, но зачем жить в Киеве, если можно жить в Штатах? Всего доброго и до новых встреч.